Такая тема Тризист, я там все расписывал, блядь, каждый удар этот, блядь. Спекнись, сову. А, ты подумаешь? А, ну ладно. Потом ничего. А, да, я понял. Вот, так что, можешь посмотреть видос Редвар, там вообще пиздец. Мой вар теперь на изи 10 стаков держит. Вот это, конечно, танцы с бубнами, типа в 6, там гроз снимает, это вообще пиздец. Это не танцы с бубнами, это выхода другого нет. Ну не затанчит никакой там 10 стаков, не будет танчить, не хватит прожить. Вокри домов, я тебе скажу, сейчас танки, вары идут. Так, ебать, а еще вары, бы они не шли. Там тут удивительного-то ничего, понимаешь? У меня вопрос, у нас что, еще один ДЦ? Да. Беспонтовый, ну, понимаешь? Блин, он тела, я что-то не могу понять. Т5 беспонтовый, пошел, и у него стаки, блядь, либо от времени, либо когда его... Там и взять себе беда. Я думал, вообще шаман ДЦ похилит. Нахуя нам паладин хил, блядь, еще шаман, ой. Еще и... Ну, короче, ты в это, в дамагере и будь в дамагере. Пускай шаман, паладин и ДЦ хилят. А тут одного хила за глаза, в общем, ДПСера какого-нибудь взяли. Да все, успокойся. Да нет, он, блядь, быстрее будет. Не так быстро пройдем. Дамаги, что ли, нет? Блин, бага, дайте получить похилить, а, отстаньте вы. Сейчас там... А, даст... нихуя себе, ты калаш, что ли? Да. А, ну если калат, то... Сейчас там вага даст 30к и просто босс убьется. Не-не-не. Не, если с вами... А я, кстати, потестить триньку одел, вот эту ебучую скрыть. А, ее прожимать на них. Я не умею так. Эдвар, есть коготелар? У меня стоит. Не. У тебя стоит? Нихуя. Нет, да. Нет, говорю. Знаю. Что за хуйня? Почему танк на втором месте по ДПС? Убейте снова, да? Какой-то баб. Обновил? А, ёпта, ты не в танке, да? Я понял. Побегай по зеленому. Разморозьте, разморозьте. Не стоят, они же не могут до тебя добежать. Не хотят. Я в курсе. Там еще босс был. Да они не хотят просто размораживать. А что, она под землей сдохла? Лол. А кто в танке топает? Эдуар. Нуб какой-то. Ну, согласен. Поддерживаю. Подвар, если что, я за тебя. Он тебе врет. Наглым образом. Твин. Минус один. Не стоит, И притом сдох, блядь, лок пугом. Тебе. А че этот ДК на прицепе? Простат. Это мой.
Понятно. Всем здрасте. Здорово. Привет. А я думаю, что он стоит в огне, надо. Сукин сын. Что, снова минус один? Чудовище. Сегодня, кстати, вечерний РТ куда будет? Если Гевка придет, пойдем Алара бить, Саларин потраем. Потом, наверное, взять в обычку сходим. О, хорош. Пиздец, как я могу быть вторым по ДПС? Ну, вообще ты третий. Ну, все равно это как-то неправильно. А приступ Дися? Нет, прист это пул. А какой именно тебя прист интересует? И Свитупия тоже пул. Ну прист и пончик. Неправильно то, что я дамажу один за вас. Вот это да. Ты надамажил 3 ляма. Опять. Я 1,5 ляма. Волки 255 не дамажит нихуя. Ладно, сейчас на жорике замерим ДПС. 14 кана. Варлок страдает. Старается он. 500 ДПС больше, так, да. Варлок нормальный пацан. Сейчас он ролик такой же. Я сейчас ДД шмотки надену, маху, еще в топ-2 зайду. По ДПС. Давай, давай. Нахрен тут танк шмот. Шем, одевай. Фурики танчим. Делай спек сюда. Я и фурик, кстати, потанчу. Где вообще крик на АП? Прошибать было. Крик давай. Не крикнул. Да погубит твоя самоуверенность. Перед вами Джарацус, эредарский повелитель пылающего легиона. Куда ты его за мной? Ты че? Вот это да. Самое безопасное место. Тут неплохо, что он стоял прям в моем фрейме, я чуть не сгорел вместе. Соляру ебануть охоты уже, я не знаю. Хотя бы. Угу. Давно пора. Блять, как-то прийти, да сказать ей, сука, давай завязываем нахуй, чтобы она ебанулась первого. Я рассчитываю, что Луцин сегодня с нами пойдет вечером. У нас был бы он в ДЦ, а я убил в холле. Ты спрашивал, у него да? Доступа нет. Мы уже с ним все решили, ему надо просто доступ сделать. Вот надо ему сначала убить Хэмки и РС-ку Хэмку. О, ебать. Да это так фигня, это... слушай. Так просто это одного следующем... леча и рыск. Нет, почему на этом? Основа-то... Основа ЦЛК и РС не закрыт. ДВшников ЦЛК только завтра. Не проще япончику это... куски вам отдать. Просто два куска ему отдать и будет ДЦ. Ты понимаешь, разница в том, что япончику надо дособирать не только два куска, а там еще какой-то шмот. А у Луциня... полностью бисовый ДЦ уже есть. Ничем мне особо сильно собирать не надо. Мне еще два куска. ЗС-ки бы только три
Плоскую как с этого. Может быть бисов, и все. Если у него лич не убит, как он может быть бисов? Посмотри его ДЦ, короче. Кого я взять? Особо так-то не претендую, если ему надо будет забирать что-то, пока забирает. Не в гильдии он ничего забирать не будет, он просто нам помочь из ее уже. У нас что творится? У нас Пета и Рогова убивают, блядь, всех. Контрольте, играйте нормально. Надо ханта убить. Не могу. Слышишь, Вака? Да. Это, конечно, вчера было очень красиво. Что именно? Вы бы это видели. Я только пришел на РТ. Все уже расселся, все нормально. Кошка как ебанутая, просто как прыгнет на ебучие провода. Как грызется, ее током ебануло, потом я ее еще кастрюли ебанул. А ты жестокий хозяин. Ты на кухне играешь, да? Mm-mm. Я просто пошел, у меня рядом с кухней лежал паяльник там в этом. И ты засунул ей прям. Ничего я никуда не засовывал, это уже не надо тут надумывать. А не мешало бы. Бедное животное. Я охренел, честно говоря. Ничего она не бедная, блин, орёт постоянно, жрать постоянно хочет, еще и пакость. Скотина. Диван порвала, портфель порвала, чё это только порвала? Подушку один раз еще разодрала, в хлам. Я прихожу, у меня перья по всей квартире, блядь, валяются. А ты кого? Гадина. А? Без диспелла, конечно, хуёв. Хилю вас. А? Хилю. Рыбовода? Коват на паладине. Неожиданно, да? Так он и есть паладин. Там пуги охуели, да? Такой игрок. Даже мой этот, блять, вагон не сдох. Кто еще, кроме короля лича, выиграет от подобной глупости? Пали великие воины. И ради чего? Истинная опасность еще впереди. Нас ждет битва с королем личом. Лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы. Быть, конечно, эту вагоны, блядь. Крылатые вестницы короля лича. Пусть состязания начнутся! А вот теперь подождите, дайте нам. Блять, у нас просто отец нахуй 5к ДПС. Это нормально, блять? Да охуенно. Это же чемпионы. И причем еще я на третьем 5к месте. 5к ДПС, блядь. Я нахуй 230-м шмате удал. Соглы. Ты что, казах что ли? Что за соглы?
Давай, в могуществе Орды, паладин. Мы примем любой вызов. Что там, воронки не подешевели? Не-а! Хуё. Все такие же, зараза, дорогие. И коня десятка, надо тебе, и пончик. Сейчас еще одну буду собирать, ДК. А вон кикни кого-нибудь из пугов. Да пускай, блядь, я иду сейчас следующую. Король Лич понес тяжелую потерю. А друида надо пистон теперь. Как бесстрашные герои серебряного авангарда. Мы вместе нанесем удар по цитадели ледяной короны и разнесем в клочья остатки плети. Садик, ават. Такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообща. Себя что-то хил хуёвый. Будет тебе что? Испытание. Себя говорю, что-то хил хуёвый какой-то. Ага. Нерубианцы воздвигли целую империю под льдами Нордскола. Империю, на которой вы так бездумно построили свои дома. Души твоих павших чемпионов будут принадлежать мне, Фордринг. Крик обнови. Чё, готово? А двухминутный крик, что ли, тут? Да, без символа? Без всё, погнали. Хуми в танке, блядь. Эдвард, надо поговорить. Чуть позже. Не-не-не, сейчас. Я поговорю. Он танчик. Контролите это, мумба? Нахрен его контролить? Добро пожаловать на испытание крестоносцев. Соревнования будут допущены лишь самые сильные бойцы всего Азерота. Вы в числе избранных.
были собраны самые сильные войды всего Азерота. Скоро сможешь десятки сам закрывать, тупо 10 окон открыл и башишь. Это еще не скоро, наверное, году в 2030. Где-то через 10, как раз по году на каждого перса. Понял, как этот, этот аддон, не аддон, прога есть там. Мультибокс. Убиваешь там 10 персов, он кастует там. Ну. Мультибоксинг, да. Да, мультибоксинг, такой. Во. Прикинь, 10 протоваров в рейде. Ебать, это вообще пиздец. Каждый друг на друга дает бдилку по цепочке. Херня все это. БК не было ничего веселее, как 5 элемов на арене в 5 на 5. Ебать. С друзьями так играли, что прикольно. Один чайник в цель даешь, цель нету. Пага, у тебя есть еще перс на иконе? Нет, десятки я уже вот последним закрываю. А 25-ки хан туда делать. Я десятка че хожу за кольцом с Аниксией. Там 25 резистов. Блять, я поудалял, короче, свары и с этого спала. А, вот, кольца десятки. Пизда. Зря. Они одевались? Да, может, новые сделают какие-то. Ну, честно, не помню, но вдвоем они должны одеваться. Должны, да, потому что названия-то разные, они, ну, типа, не одинаковые. Типа, не как два клыка там с обычки из гер. Короче, два кольца, это... Два кольца это для тех, кто хочет 535 перевалить. Для крутых челиков. Статов, на самом деле, много очень теряешь полезных. Ай, ебать, там, что статы? Ну, получается, у меня что? Просто там меткость. ХП около косаря, наверное, потеряется по стандарту. Там стамина немало, броня там есть. Даже дефенс есть, но это похуй. У меня просто меткость не проебывается из-за колец. Да, есть меткость. Да, это хуёво. Ну, значит, пересматривать что-то надо. Но это опять же, если ты хочешь собрать эту хуйню. Если не хочешь, как бы 365 хватает за глаза. Не, ну типа, если ты сферы хлопаешь, да, можно два кольца одеть и вообще насрать на эту меткость. Ну, это ты танчишь, то уже, да, другое дело. У меня сейчас вообще изи, короче. У меня он абсорбит 30-ку. 32 тысячи. Тупо вот по КД 6 секунд КД на этот деф. А кастует он как раз 6 на 7 секунде, там удар приходит. То есть, грубо говоря, даже время есть. 6 или 8 секунд между ударами. У меня под каждый этот удар... Я 4 первых стака вообще ничего не прожимаю. Только этот деф и все. Вообще топовый протовар сейчас стал. Конечно, не зря они протоварами танчат, блядь. Скажем, сколько протоваров? Ну, блядь. Три протовара. Да любых три танка, по сути. И, если сакра есть. Сальвы, стяжение агра. На спасение. И агро сейчас стало проще. Потому что вот раньше, когда танчишь, да, допустим, казнью. Если ты будешь набивать... У тебя будет агра дохуя, типа ты обгонишь там, ну сильно дохуя агра. А там, когда ты, получается, стоишь и нужно, чтобы следующий с тебя забрал, ты не бьешь казнь, то есть, получается, не набираешь агро. А рейд в это время набирает агро, и получается, что, типа, неликсы всякие, жунуэны там догоняют. А сейчас ты видел, Woman смотрел, вот, что там было. Там три танка наверху, и, как бы, блядь... ДДшники особо не это сам. Но догнать, конечно, сложно, когда падает. Нет, слушай, совы, локи, шипары, они все равно пробираются к танкам очень быстро. Не, ну, крутой килл был. Особенно, по-моему, неделю назад. Вообще, я не знаю, идеальный килл, там же никто не... Это вон видео открыть. У этого КД нормально было, на этом КД вообще паранух случай. На этом КД что-то... Ну... Да, блядь, сложно это просто, с агром все это надо понимать.
Надо понимать критический момент, сколько танк выдерживает стаков, сколько агра у него, что будет, если кинуть сальву, и наберет ли танк, который на втором месте, агро. Че, заходите, тут лог есть. А, все, мы идем. А, с агро проблем не заметил, а вот что резистов у меня не хватает, это пиздец. Там складывает, просто мам не горюй. Вам подсказка на задумывание. Ну так, про робота. Убивает не тяжкий удар, а убивает автоатака, следующая цель. Не, у меня именно ковато из-за того, что резистов мало, там вот тяжкий. Это для тех, у кого резиста нормально. Я не помню, сколько там. 300 или 200. Это он пишет для размышлений. Все, погнали. А там эту атаку, вот скажем, у протовара вообще похуй, потому что вот этот блок теперь, ну, очень огромный буст дает. У него очень много блоков. 4, даже, наверное, 5 надо теперь пробовать. А ему именно рейндж скилла делали или автоатаки? Железно мажет ей, не дотягивается. Что мне вчера говорил кого-то. Протопал? Это священное пламя это, да? Я про удар робота. А, удар робота 6 метров вокруг танка. Типа ой, тяжкий удар. Тяжкий, физика, но... она в упор бьет или тоже и рейндж скилла? Физика это только автоатака. Ну, ты, допустим, если отпрыгнешь, то он у тебя не ударит. То есть, если тяжкий удар происходит, ты отойдешь от босса, он побежит за тобой. То есть, вместо атаки ты не получишь атаку. То есть, понимаешь, а он может, и он сколько там бьет? 40, да? Он охуенно. Это я знаю, должно работать. Я просто вот интересуюсь. Раньше скиллу вот сделали? Или атаки? Сделали раньше такой же или нет? А я вчера проверил. Не сделали. Чисто если ты, допустим, бежишь, на перифазу ведешь робота, и тяжкий удар в тебя прилетает, то он автоатакой после этого не бьет, то есть, ну, на расстоянии. Ну, телефон отвечу. Единственное, что хуёво, что он пушка бьет на подзарядке, это опасно, бля. А ты частицу-то надо два рейбанул, что он не хилится. Вроде весело. Это я смотрю, хилишь, а твар не хилит. Надо еще одончик поднастроить. Я тут так на скорую руку настроил и сразу в рейб. Какой этот самый аддон? Воду. Воду топовый аддон вообще, хуй знает. Ну там... Я его поставил чисто для того, чтобы видеть бафы. Дебафы, точнее, на рейд. Блять, мой любимый бой захолипало это в свиту хили. Резда спидкера вообще топовая хуйня. Чисто для этого холипало хочу. Вот на все похуй, чисто для этого. Наверное, Лара еще интересно похили. Робота. Так уже первый раз вообще хилил. Вообще-вообще первый. Мне сейчас все интересно. Да вообще классно. Че, погнали? Да, ебаш. Чарж БШ покинуть тело. Чарж ШВ покинуть тело. Тактика. Давай. Хуярь уже. На пул спадает, блядь. На пол пропал.
хули. Он не в действии. Он не в действии, да. Весь бурст выводит, ушел, охренеть. Так, если побегаю, потренируюсь, сейчас похилите, почитаю чуть-чуть гайдов, немножко подстрою адом под себя, и в принципе можно хилить нормально. Бери мелкого. И баните мелкого. Большого. Бабашу просто. Ага. Дай крик. Это что за прикольчики? Чё? Типа поворачивать на рейд? Нет, я про лут. А, это хуйня, хуй знает, не само собой, само такое. Где дракон? Где кольцо? Сука. Сука. А, тут у 25-ки. Чего у 25-ки? Дракон. Нет. Я всех своих выбил в десятках. Нету. Да. Уже десятки видел. Я вообще его еще ни разу не видел, сколько охоту закрывал, тупо ни разу. Я выбивал десятки, кстати. 25-ки я выделил, чтобы он падал два раза. В десятках я уже его выбил раз, наверное, 7. А, кстати, Вага. Че, блять, я забыл спросить, короче, этих. Палка, блять, кому-то вообще нужна там мейн составить, нет? Как палка? Палка на ханта. Я не знаю. Я вот сижу, думаю, бля, ханта загонять, чё нет, за палку. Я честно не помню. Скорее всего, мне, наверное, нужен. Он же типа вот из ДВР, это из-за графика работает. Он, как я понимаю, типа ждет меня, пока я типа заберу, а потом типа.